Праздник города, как мы помним, это еще и праздник спорта, потому что здесь, на площади Советов, представлены целых 9 дисциплин. И это только те, которые стартовали одновременно. Стрит-воркаут, упражнения на перекладине и брусьях. Рядом с ними гири, силовой экстрим, кроссфит. Дисциплина, в которой нужно совместить силу и скорость. Участником спортивного события мог стать каждый. В одном только стритболе участие подтвердили 94 команды, включая ветеранов. Разношерстный полностью контингент. Есть и команды, которые прям называются ИП, какие-то определенные. Есть команды, представляющие страховые компании, которые названы также своим названием своей компании. Есть люди, которые просто собрались, назвали там «моя любимая няня» и начинают играть. Могут играть и сами няни, и их подопечные. День города не только праздник спорта. Барнаульские спортшколы представляют все то, чему могут научить. Здесь и бокс, тэквондо, и карате, и даже кунг-фу. Как раз с начала учебного года все спортивные школы набор свой проводят. И спортсмены как раз, школы начали работать. Где-то кого-то, может быть, зацепят и приведут своего ребенка заниматься понравившим видом спорта. Активных видов спорта здесь много, а такой только один. Барнаул, конечно, не шахматная столица мира, но, говорят, динамика положительная. То есть количество игроков постоянно прибавляется. По количеству занимающихся, безусловно, это количество занимающихся у нас растет. То есть мы, когда начинали Федерацию шахмат в 2011 году, у нас занимающихся было порядка 5000 человек, сегодня порядка 8000 человек в Алтайском крае. То есть, ну, динамика, мы серьезно увеличились, уверен, что эта динамика будет только нарастать. В Министерстве спорта рассказали, что вести подсчет при таком разнообразии дисциплин – занятие, конечно, неблагодарное. Но только на кросс-нации выдали почти 5000 номеров для участников. Если прибавить к ним участвующих в других дисциплинах, получится, что спорт в этот день выбрали не меньше 10000 человек. А вот так традиционно закончится день для самых удачливых или самых профессиональных. Это был Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Всех с праздником!